Подмосковье продолжается активное выявление незаконных нестационарных торговых объектов. Задача, которую преследуют власти, провести в регионе полную и честную инвентаризацию ларьков и павильонов. В Одинцовском районе работа по ликвидации торговых точек, работающих с грубыми нарушениями, началась в этом году и продолжается до сих пор. Незаконные палатки и киоски не только уродуют внешний вид наших улиц, но и несут прямую угрозу для здоровья наших жителей. Многие владельцы точек грубо нарушают санитарные нормы, торгуют некачественной или просроченной продукцией. При выявлении незаконного нестационарного торгового объекта районная администрация направляет его собственнику уведомление о добровольном демонтаже в установленный законом срок. Дальнейшие действия могут развиваться по двум сценариям. Мы вручаем предписание о принудительном демонтаже. После этого, если никакие действия не приняты и павильон не демонтирован, то уже, вот как сегодня, мы проводим именно мероприятие совместно с МУП «Автостопом», с которым у нас заключен муниципальный контракт именно на проведение данных работ, и демонтируем принудительно. Спецтехника демонтирует объект и отвозит его на штрафстоянку, откуда собственник может забрать конструкцию назад в любое время. Снос палатки происходит только в том случае, когда погрузить ее на эвакуатор невозможно. Такая судьба постигла 3 павильона, расположенных на улицах: Союзная 8, Железнодорожная 35 и Полевая 5. До конца 2016 года в поселениях планируется ликвидировать еще не менее 40 незаконных объектов торговли. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».